Ну что, друзья, на рыбалочку по темному. Жесть вообще, да. Насколько он зарядил меня?
висел прям за кончик. Ну, был 40 сантиметров, кстати, нифига он не сильно хороший. Эх, это все почему? Потому что я поленился взять подсак. Причем на эхолоте судака не видно. Пусто вообще. Тут за дорожкой сейчас у меня сколько было? 3 поклевки, что ли? Это вообще, конечно. Блин, была. Топтышка. Что ж я про тебя забыл-то? Может, в облере дело? А может, вместе. Но на эхолоте пусто. Ну, будем надеяться, что клев не остановится. Что это был не короткий выход, который я весь прошляпил. У меня реально был один сход хороший. Лодки, это ладно, 40 сантиметров, но там, хотя, может быть, я говорю, они так тяжелые, так загинают спиннинг тяжело, что бог его знает, какой там размер был. Прям упираются поначалу очень сильно. Бревнами конкретными, кажется. Ладно, сейчас вот дойдем. Где-то здесь, по-моему. Далеко спустился, надо было отсюда начинать, но, по-моему. Перепутал этот проем в деревьях. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, прям порадовали, конечно, поклевка за поклевкой, поклевка за поклевкой. Илюша балбес. Есть. Да. Я перепутал проем. Так, подождем, ладно, не буду тебя форсировать. Ну вот прям тяжелый. Вот спиннинг загинается. Ну... Вот он наверху на лыжах, все. Вот 40 сантиметров. В башке видно, что не маленький, но и не крупный. Так, ну что, повторим. Я просто побыстрее это сделаю. Да, 40 сантиметров. Топтышка. Это называется удачно поставил воблер. Прям реально удачно поставил воблер. И даже менять его сейчас не буду. Экспериментировать с этим я не буду. Я чуть-чуть сейчас спущусь назад, чуть-чуть, и пройду дальше. А на эхолоте пусто. Так, друзья, кино у меня в этот раз не особо, наверное, получится. Я постараюсь его, конечно, сделать. Если вы его смотрите, значит, оно получилось. Но смысл в том, что оно было бы еще лучше, наверное. У меня... У GoPro-шных, оригинально GoPro-шных батареек проблема. Или они устали, или вот так, я не знаю, может подделка на GoPro, я не знаю. Но все GoPro-шные оригинальные батарейки, они у меня сдохли. Ох, потычка была, хорошая была потычка. Эх, еще одна, ё-мо, что ж такое-то? Ты смотри, что происходит. Аж мурой, меня аж прям согрелся, блин. Это. И поэтому вот эта камера включается, потом включается сейчас мороз. И они на морозе, не потому что они прям сдохли, они на морозе почему-то отказываются работать. То есть заряд полный, но камера их не видит. А взял там телесинк, по-моему, или как он там называется, если кому интересно, если кто-то пользуется тоже GoPro-хами, взял две батарейки, они, короче, вот работают, и хоть бы фиг им. Поэтому приеду, буду
покупать еще, наверное, 4 батарейки, чтобы у меня, как бы, как говорится, проблем с видео не было. Сболтался я тут с этими камерами. Две поклевки было, блин, две поклевки. Надо возвращаться, наверное. Стоит он там. Блин, сейчас бы джип. Мне хочется чуть подальше пройти. Моя точка, я вот где-то как раз там и ловил. Ладно, вернусь, обозначусь. Так, кстати, может быть, и если сместиться в другое, ну, скажем, место поправее там или левее, он, может, будет покрупнее, и, может быть, даже поклевки будут получше. Но, блин, мне как-то не хочется это сейчас экспериментировать. Сейчас, если разок пройду другое и ничего не будет, ну, тогда буду смещаться. Я радуюсь, как кретин. У меня в лодке одна рыба, но поклевки. Поклевкам радуюсь. Ахахахаха, прям по темному. Как фигачило, а? На самом рассвете. И все. Бред какой-то, блин. Что там? Какие-то 20 минут тебе дают и все. С другой стороны, правильно. На еду и хватит. Эх. Да нет, я думаю, что сейчас будет, конечно, еще выход. Место надо, может быть, подобрать еще. Да и ёкарный бабай, как же ты это клюешь, так не могу понять. Слушай, ребята, а кто в стакане ходит с этими палками своими? Вы вообще ничего не кайфуете даже. Никакого адреналина. С хорошей снастью чувствуешь. Это адреналинчик, поклевочки. Поклевки реально как джиговые. Кайфуешь, ловишь и получаешь удовольствие. Когда вот подыгрываешь, когда подтвичиваешь, с одной стороны клюет лучше, с другой стороны, подсечь иногда тяжелее, потому что вот он в верхней точке сейчас останавливает, берет, а мне подсечку уже особо не сделать. Вот явный судак, но он берет почему-то даже, когда его и не видно. Прижатый стоит ко дну, наверное, и, ну, скажем так, хрен его знает. Как можно назвать, неактивным тоже, когда он прям долбит. Ребята, место, походу, не понравилось. Поехали туда, где поймали своих. Правильно, приехали, мне распугали, уехали. Ай-яй-яй. Колкастики подумали, куда там нахуй. Уже сейчас в две лодки будут гребсти. Не убежали. Так. Мне это уже не нравится. Так, еще раз зайду. И надо будет что-то делать. Или ушла стая. Вообще у меня глюки были. Бля, какие глюки? Вобер. Я его поставил новый. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Шучу. У Люши глюк не бывает. Пока. Что? Так, ладно. Надо будет сейчас ставить, наверное, белый или уголек. И попробовать лесорыбу прочесать. Потом, в случае, поставлю агрессор и под высоковольткой. Ну, как-то так. Есть что-то на уголек.
Опять уголек выручает нас. Этот уже 40 с лишним точно. Крупнее. На воде почти нет никого. Лес рыб пустая. Две лодки от Романыча на малька спускаются. Наш впереди. И все. На Углянке народу много. Но они ездят вниз туда, по течению. Блин, даже ноги промерзают. В этих сапогах. Валенки теплые. Двое носок, все равно промерзает. Надо валенки как теплее брать. Хотя у меня, наверное, максимальные. Дубадос. Так, еще один на уголек. Лесорыб раздает. Пусто на лесорыбе. Вообще никого нету. А когда-то веселился. Вон, ребята тоже взяли. Да, лесорыб раздает. Когда-то, говорю, прыгал, веселился здесь народ. Так, наверх не идет. Ну, мелочь. За борт. Опа, давай. Пока. Блин, руки мерзнут реально. Поэтому, наверное, я замерзаю. От рыбы еще мокрые. Нежная потычка. Мелочь только. Так, попробовать агрессор, чтобы поставить, реально. Ну, ребят, вроде бы крупненький попался. Давай, 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 беги. Опа. Пошел, родной. Так, взял я все-таки на трон опять, выручил. На ямке 9-метровой. Сейчас полазим тогда по 9 метрам. Посмотрим сейчас на размер. Конечно, не трофей. Это дрыщ. Жесть вообще. Просто жесть. Короче, красный тройничок, блин. Делает свое дело. Оно прижимает, что ли. Не могу понять. Оп. Так. Еще раз пройдем. Так, на белого ходока. Белый ходок. И опять выдаю вам свой секрет.
Он, похоже, зря отсюда уехал. Он был ходить. У меня терпение его. Вот он, еще один. Вроде крупнее. Спокойно. Да, это вроде крупнее. Стая стоит в одном месте. Так. Все-таки здесь подсак, наверное, понадобится. Окей. Средний бил уже, потому что думал, этот. Но это уже побольше будет. Это уже, наверное, где-то 45 сантиметров. Вроде бы что-то посерьезнее. Сейчас посмотрим. Нет, тоже походу наверх. Кстати, наверх в сторону. Чуть покрупнее, чем предыдущие. Так выпал кастик на белый. Меньше вчерашних, и в нем 40-48. Поклевывает. Так, попробуем без поводка. Отрежу поводочек, вода прозрачная, посмотрим. Самов особо ждать не приходится. Ноябрь. Ну, если попадется, значит, попадется. Ножницы. Лучше ножа. Перекусывают. Вот такие бывают здесь тоже с ножницами. Отлично. Выручают. Так. Ставим опять трон. Есть. Вот этот хороший. Взял на остановке, на паузе. Хорошая особь. Теперь главное, чтобы не сошел, потому что поклевка-то была такая
без особой подсечки. Вот тяжеленький, хороший. Да. Это щука здоровая. Так, теперь главное, тройники не поломай. Так, тихо. Здоровая щука. Ну что, друзья, вот такая здоровая щука попалась. Уже остановился, начал бубер вытаскивать, сделал паузу. Что-то не знаю, куда посмотрел, я загляделся, что-то такое. И удар. Вот, хорошая щука. Вот, попробуем сейчас еще зайти. Мне, конечно, нужен судачок. Попробуем судачка еще половить. А вы на берег? Да. А не захватите там, Сергей, вот эту канистру? Друзья, еще забыл добавить. Многие спрашивают про шнуры. Значит, весь сезон я тестирую новый шнур. Ну, как новый, то есть для меня он новый. Это я с апреля по ноябрь, это очень много рыбалок, тестирую шнур диаметром 0,18, мультиковер в размотке 250 метров от компании «Суффикс». Я доволен, как удав, реально, не воросится, не выцветает, не держит офигенно нагрузки. Реально, для 0,18 держит нагрузки. А самое важное, она заглубляет значит, бандос в этом диаметре до 8 с лишним метров. До 8 с лишним метров я заглубляю бандос при распуске 30 метров. 30-40, ну даже 30 спокойно заглубляю. Все, на этом, друзья мои, все.